Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что два украинских бронетранспортера нарушили российскую границу здесь, в Ростовской области. Сначала это сделал один БТР, который позже заглох и не смог продолжить движение. Он был обнаружен российскими пограничниками, которые прибыли, чтобы арестовать нарушителей. После этого появился второй украинский бронетранспортер, экипаж которого стал угрожать оружием российским военнослужащим и потребовал освободить своих товарищей. Их отпустили, а вот с техникой вышла замена. Украинские военные пытались оттащить БТР на территорию своей страны. Однако российские пограничники этого не допустили. Все это происходит на фоне заявлений Киева о нарушении России границ Украины. Владимир Путин уже поручил Министерству иностранных дел направить ноту протеста украинским властям. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать